В Государственной библиотеке Югры почтили память князя Владимира. Здесь открылась литературная выставка, посвященная тысячелетию со дня смерти крестителя Руси. Это одно из мероприятий проекта «Православная книга в библиотеке». Читателям представили издание, рассказывающее об истории русской церкви, о жизни князя, а также копии икон с его изображением. Напомню, именно стараниями князя Владимира Русь приняла христианство как государственную религию. Выставка в библиотеке продлится до конца мая. Наше мероприятие рассчитано на подрастающее поколение, потому что это будущее нашей страны. И дабы донести историю нашего Отечества, рассказать об истории тысячелетней давней Древней Руси, может быть, где-то пробел какой-то устранить, большой пробел, допустим, в школьной программе